24 августа на открытой сцене живописной Новой Голландии в Санкт-Петербурге артисты Мариинского и Михайловского театров исполнят балет «ПАДД». На сцену выйдут заслуженная артистка России, лауреат премии «Золотой софит» Вера Арбузова, солисты Михайловского театра Оксана Бондарева и Андрей Касьяненко, а также многие другие. Изящество арки, суровый характер складских строений, формирующих архитектурный образ Новой Голландии, создали острову репутацию одного из самых романтических уголков Санкт-Петербурга, а недоступность породила множество легенд. Напомним, что история острова связана с именами ведущих исследователей, ученых и архитекторов России, а комплекс зданий Новой Голландии является уникальным памятником раннего русского классицизма. В начале 21 века остров перешел во владение города и начался новый этап его истории.